Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Танколут. Так, смотрите, у нас, ребятушки, Лига 2. Открываем сундучок и смотрим, что из него нам выпадет. Так, золото 63. Шикарно. Так, редкий 4 колеса. Парад гранат. Я, кстати, хочу его, ребята, испробовать как-нибудь. Дрободан, так, малышаня. И все. Да? Хорошо, ребят, я не возражаю. Надо нам забрать ежедневочки. Так, погоди-ка секунду. Они мне доступны? Доступны. Давай посмотрим. Ага, опять же редкие 4 колеса. Так, это у нас собрано. Здесь не хватает. Давай сундук, посмотрим, что у нас тут. 20 монет, отлично. Так, электрошокер. Трицикл. И все. Ладно, и давай мне гемы. А, деньги? Сколько там? 50 монеточек, отлично. И гемы. Да ладно. 10, почти 11 часов на откате. Это что-то новенькое. Да и в принципе фиг с ним. Давайте зайдем в ангар и посмотрим, что у меня прибавилось. Да в принципе много чего. Во-первых, я прокачал себе Козырева. Вы знаете, кто это такой, да, у нас. Малышаню я не хочу. И, кстати, вот эту девчулю пока тоже не хочу трогать. И надо посмотреть вообще, что у нас за режимы, кстати. Блин, а почему у меня не выпадает на тяжелые траки, а? Кто мне это скажет? Не выпадает, и все здесь. Так, смотри-ка, заманчиво, да? У нас же вот эта пушка с вами. Да, именно она. 280 урона. Подожди, а почему 280, когда должно быть 300? А, ну да, вместе с Козыревым дают 300. Потому что Козырева я прокачал. У него, как видите, второй левел. И там дает 7% в плюсе к атаке. Хочу вот эти, ребят, сундучки открыть с вами, но для этого нужно повоевать. И, кстати, 500 кубков я зарабатываю, и мы с вами открываем новый режим. В принципе, для этого я и подготовил сегодняшнюю серию. Поехали! Давай посмотрим, какие режимы. Танкобол. Блин, это муторно. Давай за ресурсы подеремся, да? Я думаю, что это будет для нас самое оптимальное. Так, ну что же, как всегда, ищем игроков. 3 на 3 у нас идут бои. Надеюсь, враг не будет жесткий, потому что до этого я играл. Ну, поверьте мне, люлей прописывают. Приходится изворачиваться, я не знаю как. Опа-на, у кого-то даже 507 кубков, это хорошо. Поехали. Поехали. Так, за ресурсы не забываем, ребят, у нас бой. Ага, трицикл. Ну, отлично, минус, хорошо. Это все хорошо. Где? Где? Вон они. Ха, черт, повернул обратно. Ну иди сюда, хлопчик. Иди сюда. Ага, напалм. Это, кстати, тоже очень жестко, когда в ближнем бою, ребята, очень офигенно накумаривает. Давай я ему вот так вот пропишу. Есть, догнал. Так, бочку только заберем. Слушайте, мне почему-то напал, мне понравился. Вот если честно, вот мое мнение. О, нифига ты, парень, такой еще довольный, ржет. Странно, че это он так веселился, чему? Спрашивается, так, у нас Дрободан здесь. Дрободан, ребята, в ближнем бою очень мощная пушка. В дальнем не очень хорошо заходит. Так, ну что у нас там, 5 против 2, да, бочонки? Я видел, что один где-то здесь в кустах заныкался. Как пить дать, где-то здесь сидит. Давай прощупаем. Нету. Странно. Может быть, он вот здесь вот? Перезаряд. Подожди, а где они? Ладно, хорошо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. И напалм, и чего только не делают, а? Ты посмотри. Слушай, нужно подхиляться маленько. Слушай, 7-2. Мы пока рулим, ребят. Я хочу зарядить суперударом. Слушай, может быть, не надо пока тратить? На этого тахламона, наверное, можно и не тратить. А вот здесь, пожалуй, зарядить можно. Погнали. Ну, есть. Так, давай еще следующего сразу заколбасим. Напалмом его поджарили. Я его попробую, ребят, сейчас тут подловить. Отлично. Так, ну что, последнюю бочку мы с вами ловим. И все будет у нас на мази. Мне главное, ребят, здесь не проиграть. Потому что львиная доля бочонков у меня на руках. И вот она, победная бочечка. 5 именно у меня. Поэтому будет охота наверняка за мной. Нужно держаться подаль. И вот эту вот бочку я тоже захвачу. И, наверное, еще суперударом за звездарю.
Все, они, ребят, проиграли. 3 секунды, 2, 1, и победа за нами. Я получаю 500 кубков. По идее, должно быть так, и у нас открыться должен режим новый какой-то. Давай посмотрим. Так, MVP. Хорошо. И продолжить. 533 кубка. Это хорошо, ребят. Ну что ж, давай посмотрим. Да ладно тебе, через 12 часов. Черт подери. Я думал, мы откроем и будем с вами играть. Но, как видите, ни шиша. Надо ждать 12 почти с половиной часов. Блин, офигеть можно. Ну что, ребят, поехали в танкобол. Чуть-чуть поиграем с вами. Очень нервный режим, как по мне. Мало того, что ты с этим мячиком как дурачок бегаешь, так еще не можешь ни стрелять, ничего. Поэтому, извините, если меня сейчас будет рвать пукан по-жесткому, я буду тут орать и гневаться. Это все не со зла, это все любя, ребят. Ох ты, нифига, паренек-то уже экзотик, нашел себе лапки какие-то куриные. Так, тихо. Смотрим, вначале надо прощупать, ребят, противника. Оу, там у кого-то офигенно, ребята, пушка. Я вам могу сказать, ну что-то там, блин, убегает Максвелл, Максвелл какой-то. Наши уже забили гол, пока я тут отвлекался. Молодцы. По красоте. Это, наверное, куриные лапки, да? Нет? Да иди, опа, а застанили меня, ребят. О-о-о-о-о-о, смотри, разнесли. Да где ты, когда ты рез... Блин, они тут вдвоем. Да что ты там стоишь-то, ничего. Ну! А почему у меня такой... Такой долгий рез-то был? Фиг с ним. Или, может быть, я что-то запутался, потерялся. Так, ладно, одного минусанули. Тут еще иногда бывает, ребята, ты путаешься, смотришь на одного. Куда ты лезешь-то? Лезет он здесь. Погнали. Опа, может быть, ребята, у нас есть шанс? Нет, по-моему, тут никакого, блин, шанса у нас. Или же все-таки есть? Ну! Так они... Разбомбил меня, да? Вовик хренов. Вовик хренов меня разбомбил. Ладно, ребят, надо... Они отыгрывают партию. Так, у меня есть суперудар, погнали. Да куда ты? Вот, отвлекли. Да что ты, блин? Вообще не стреляет ни хрена, блин. Да, 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 да. Че, уже отсчет времени идет? Ну давай, повели мяч. Я буду прикрывать тебя. А что делать-то? Прикрыл! Меня разбомбили. Да, по времени не успели. Я вам еще раз говорю, ребят, это нервный режим, как по мне. Ну, я еще разок сыграю. Блин, поражение сейчас, наверное, и кубки сниму, да? Да, 503 осталось. Погнали, я еще разок сыграю. Ты вратарь Матала. Да нет, я обычный вратарь. Так, тут 109 кубков, 293. Кстати, вот эта пушка очень хороша. У чувачка, который стоит, вот она. Базука это. Бомбит вообще по-зверски. Так, погоди, мне не нравится. Опа, разнос какой пошел, ты посмотри. Ну-н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 у. Так, он обходит там что-то. А что это за новая тактика такая? Так, давай мяч отберем. Ну что ты стреляешь-то? Пошли, говорю, ее просто стоит там, стреляет вдалеке. Давай, прикрывайте, ребятули. Прикрывайте, пожалуйста. Вы знаете, что я не могу стрелять. Стоим здесь, ждем. Ждем. Ну! Ну, убейте, отлично, молодцы. Давай вот этого гада прижучи еще. Ну! Молодцы, отлично. Так, я веду, 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 веду. Есть. Фух. Так. Вырывается, блин, вперед. Нам бы лишь бы не растерять преимущество. Вот что самое-то главное. Ага, пошел, он пошел сюда. Я вижу. Отлично, спасибо тебе большое. Опс, тихо, 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 тихо. Отходим, отходим, отходим. Ёпрасоте. Блин, через 6 секунд, пока мы рез... Забили, да? Угу. Ну ладно, погнали. Надо прикрывать.
Ну где там мои-то, ё-моё, блин. Я не пойму, где они только появились. Давай, блин, я уж специально тут веду с мячиком, разберитесь с ним. А я погнал, попробую. Ты посмотри, что там, что происходит. Время, ребят, время, неужели... А, дополнительное время там будет даваться, да, нам? Черт, подери. Хотел пасануть, блин, пасанул. Смотри, вдвоем сейчас будут разыгрывать. Ну давай, 3, 2, 1 секунда. Повели. Не даем врагу шанса. Погнали опять. Отлично. Так, погоди, погоди, я должен вот так сделать. Поехали. Че, мы вдвоем, что ли? А где там третий у нас? Погиб? Да, вон он только рисанулся, ребят. Я пытаюсь. Получится, нет? Должно получиться, ребят. Тю-дюнс, гол. Хе-хе-хе. И победа, естественно. Фух. Конец матча, да? Обманул, обхитрил. Получилось все, что нужно. Герой дня, ё-моё. Ну а как же. Так, сколько? 526. Ребят, кубки не вернул все, что потратил. Представляешь? Не хватило. Шасси. Надо посмотреть, ребят, знаете что? Какие можно взять из усиленных? Вот пока в данный момент у меня вот этот самый мощный. Колесники как-то я не хочу брать. Прицепился я, да, ребят, к этим, вот к этой вот модификации своей. И все, не хочу менять, хоть ты тресни. Я бы вот эту, конечно, бы пушку взял, взять хотел бы. Но она у меня не прокачанная. 243 повреждения. Тут 300, но вы не забывайте, что для этой пушки, скорее всего, не Козырев пойдет, а, наверное, Малышаня, да? Скорее всего, именно он вот нужен будет для той пушки. Ладно, давайте еще, ребята, сыграем с вами в режим горючки. На самом деле, я бы хотел, конечно же, поиграть в турнир. Ну, 12 часов надо ждать. 12 часов. Зачем такая несправедливость? Почему? Поехали. Будем набивать себе ранг потихоньку, да? Или наоборот скидывать. Как пойдет. 526 кубков. 600 бы набрать, было бы самое то. О, опять. Карбофос какой-то, да, там? У нас... Ладно, погнали. Прощупаем, ребят, что тут за враг. Насколько крепок. Ну, в принципе, ничего сложного нету. Так, давай. Ага. Ну, упал. Отлично. Так, давай суперударом попробуем. Напалм, да, держит, гад? Минус. Минус. Куриные лапки. Так, погоди, погоди. Юлит, ржет еще, гаденыш. Эй, у меня здоровья мало. Дрободан, сейчас меня разнесет в хлам. Прям уже, блин, заговорил-то, а? Дрободан разнесет в хлам. А может быть не разнесет, ребят, я подхилился. А вот мы разнесем, скорее всего. Суперудар делаем. Тюн-тюн-тюн-тюн, ульта пошла. Да, конечно, ага, бочонок он забрал, думаю, довольный такой. Че ты там катаешься, а? Карбофос, блин. Ты должен здесь быть. На передовой, блин. Молодец, хорошо получилось. Это, кстати, базука, ребят, бомбит очень далеко и очень солидно. Опа, я в первый раз видел, чтобы тут нефть загорелась. Такого раньше не было. Ну, прикроет кто-нибудь или нет, чё? Слушай, ну этот на лапках куриных крепкий парень. Вы не заметили? Так, кто у меня тут? Мида 34. У нас какой счет? Ну, мы пока ведем, разница в одно очко, в один балл. Карбофос вообще какой-то... Вот я ненавижу вот таких вот, которые... Прикрой меня. Чё ты орёшь-то? Прикрой тебя, блин. Никто тебя прикрывать, блин, не будет здесь. Играй нормально, ёпта. Все будет четко. Все, ребята, мы с вами набрали 10-11 даже ящиков. Я поехал отсюда. Львиная, хотел сказать, доля. Ага, львиная доля чего? Ничего у меня нету. Ну, догнать должен я вот этого хламона, мида. Отомстить. Помните, да, у меня, ребята... прижучил в свое время. Главное, что там сила, остальное посрать. Ну что ж, победа. Месть была сладка лично для меня. Я... А, нет, не я, ребята. Карбофос. А как он, интересно?
бегал там где-то позади всех. Может быть, я не особо хорошо углядел это все дело. Поехали еще разочек в этот режим. А потом, может быть, в танкобол сыграем. Но если я проиграю, я не знаю, что будет. Взрыв будет ядерный. Поехали. Ну, так, бочку вижу. Бочка пас, колбасер. Куда ты? Иди сюда, к папочке, ёпрасоте. Вот так вот. Не надо. Зря ты сюда, конечно. Вот зря ты так сделал, парень, зря. Ёпрасоте, вот это, ребят, была слишком большая самоуверенность у меня. Слишком большая. Ну и поплатился, конечно же, за это все. Хорошо, будем, ребята, мстить. Что там за пушка? Вот это? Нет, не это было там. Был какой-то... Вот он. Ну, по-моему, попадет у меня другой под раздачу. Или же нет. Так, давай-ка мы с тобой... Не, парень, так дело не пойдет. Давай, ответочку! На-ка! Выжали последние соки из него. Тихо, прячемся. Хиляемся. Сколько у нас там? 4 бочки, да? Иди сюда, прячься тоже. Постоим вместе. Не, кстати, молодец ты сделал. Молодец, умница. Ты нормуль играешь, спрятался, все как полагается. Так, у меня суперудар, ребят, есть. Ульта, я ее ультой буду называть. Ульта, погнала. И все мимо кассы, ёпрасоте. Зато здоровье у меня. Слушай, у него офигенный урон. Вот что я тебе хочу сказать. Просто офигенный. Ну, я тоже его подбил. Колбасер от этого. Вот она эта... Вот он, этот танк вонючий, идет. У него хп 1400 с копейками. Не так уж, в принципе, и много. Видимо, по дамагу берет. Все, больше он ничего брать не будет. Так, слушай, нам надо бочки. Где бочки у нас? Мы что-то тусуемся вокруг да около. Куда он там бежит? Он охотится, да? Ага, понял. Что ты там делаешь? Зря ты, конечно, так сделал, зря. Блин, врезался. Иди сюда. Я не знаю, как тебя назвать. Корияша. Вот так вот. Так, ульта готова, я, ребят, сейчас звездану. Оу, они ведут. Сидим тут, рассусоливаемся. Пойдем за бочкой. Взял, молодец. Где-то они здесь вот все тусуются, мне кажется. Ну-ка, ульту. Подбили меня, ребят, ули. Мы с вами сейчас проиграем. 10 бочек они набирают и будет расколбас. Им бочку всего лишь одну нужно найти. У кого-то у одного из наших все бочки, ребята. Все бочки не забрали. Зачем он туда сунулся, дурень? А тот так... Ты будешь сюда идти? Эй, блин. Это, ребят, все из-за команды, блин. Я не виноват, что есть немножко недалекие парни, которые идут, когда он один, вперед с целым комплектом бочек. Да еще им помогает. Что я могу сделать? Я наоборот как-то пытаюсь. У тебя есть бочки? Ну, смыться. Да, на хвосте, конечно, когда есть кто-то, приходится отбиваться. Но зачем он туда сунулся с полным боекомплектом? Ну, не знаю, это только ему известно, ребят. Только ему. Так, бочонок мой. Ульта готова, поехали. Слушай, опять у нас напалм. У нас напал, ребят. Нафиг. Слушай, ну они... Тут враг какой-то слабенький. Даже не атаковал меня. Ладно, по две бочки у нас на кармане. Где там следующие? Давай, помогу. Хорошо. Нифига напалм жарит. Какой, блин, дабл килл? Должен быть трипл килл уже. Иди сюда. Попал. Вот так вот, трипл килл, это уже по мне. Слушай, ну это что-то вообще уж больно как-то легко. Никакого, ребят, сопротивления. Вообще никакого. Ну. Так, ульта готова, погнали. Блин, ульта мимо. Ей-ей-ей, бочки. Забирайте бочки, ребята. 9. Успел забрать, молодец. Козырно. Вот, 10 бочек. Хорошо. Я не отдам им эти бочки, ребят. Буду их прикрывать. Своих соклановцев, своих сагильдейцев.
своих сокомандирцев, я не знаю, блин, однопартийцев. Нет, давай не будем туда идти, не, пацаны, не будем туда идти, потому что точка респа, они будут респаться. Ну, короче, мы в любом случае с вами выиграли здесь. Нормулька, да? Всего одна бочка, но на самом деле у меня была львиная доля, если бы я ее не растерял. Ну что, давайте еще разочек в танкобол. Да, конечно, вот тут вот мало режимов у нас. Вот этот, наверное, большой минус для этой игры, что мало режимов. Всего лишь 3, если сравнить даже с Бравл Старс, там и то 5 режимов. Фиг знает, может быть, здесь будет как-то открываться. Они, зато их мало, но они периодически меняются. Да, правда, особо чем-то таким они не отличаются. Так, давай, поехали. Бочка пас. Колбасер, блин. Ух! Солидно нас тут раскумарили. Ну и чё, ты будешь там это? Давай, 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 давай. Слушай, они прикрывают, ребят, друг друга. А где я-то? Я, блин, сзади. Почему респа не возле ворот, а где-то посередине? С чего вдруг? Почему так? Не знаю, ребят. Ну вот так вот. Так, давай ульту зарядим. Ульту, блин, зарядил. Опа, опа. Я надеюсь, этот паренек там поймает, нет? Будет ловить? Где мяч? Вот он мяч. Отлично, готов. А этот напал нам жарит, ребят, смотри. Давай попробуем. Меня сейчас тут подорвут нафиг. Хорошо, давай. Веди мяч сюда. Так, повели. Да что ты, блин? Минус. Куда ты? А, молодец, молодец, красава. Пока эти тут тусовались, наш браток забил им. Но у нас ничья. Так что радоваться только рано. Вот будет преимущество, тогда да. Куда ты тут разогнался-то? Слушай, всех поджарили, ты прикинь? Я этого поймаю. На ульте, ребят, буду ловить. Куда там мяч? Вон он, его. Хорошо. Так, давай, погнали. Блин. Сколько там, блин? Сколько? 12 секунд. А, это время идет у нас. Ну! Да что ты не срабатываешь-то, ёпрсты? Е! Где мяч-то? Кто ведет-то мяч? Блин, я в этой суматохе вообще, ребят, ну проиграли. Проиграли. Я в этой суматохе даже не понял, у кого там мяч. Я думал, что у меня, я рванул вперед. Но, как видим, это была ошибка. Ладно, ребятульки, будем на этом закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Пишите в комментах, как вам эта игра. Стоит ли ее дальше играть и снимать по ней видосики. Ну, а с вами, как всегда, был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.